Завтра День Республики. Праздник, который из-за ограничительных мер состоится в онлайн-формате. Напомним, что основные мероприятия перенесены на август, но все же и 24 июня состоится несколько важных событий. На национальном телевидении «Чуваши» стартует марафон. В течение дня мы будем рассказывать вам о прошлом и настоящем родного края. На связь со студией будут выходить уроженцы республики, живущие в разных уголках страны и мира. Единение и атмосфера государственного праздника в течение 24 часов. Вы увидите обновленную площадь Победы и памятник солдатам Великой Отечественной войны в Красных Читаях. Прямое включение состоится завтра в 9 часов утра. В 15 часов в столице Чувашии состоится заседание Высшего экономического совета, на которое будет представлена комплексная программа развития республики. В 21 час мы покажем вам Красную площадь столицы, где завершился первый этап реконструкции. А еще дистанционно работают музеи и выставки. Ко Дню республики прошло огромное количество творческих конкурсов. Все они посвящены любимой Чувашии. На улицах Чебоксар развернулся масштабный проект «100 великих людей Чувашии».